Поздравить наших дорогих ветеранов. Со многими мы знакомы, общались, много разговаривали. И вот такой подарочек сделала наша издательная газета «Курьер Седобедск» вам. И не только вам, но и всему поколению, последующим поколениям. К сожалению, остается ветеранов все меньше и меньше. И вот главная цель нашего проекта – это все-таки оставить их воспоминания. Такого не найдешь в учебнике истории. Здесь нет вымысла художественной литературы. Здесь есть рассказы берчан, как они воевали, рассказы родных, как они умирали. В общем, все это проходит в нашем альбомчике в таком. Вы можете его почитать. Насколько он хорош получился, судить вам, конечно. Спасибо.